Принц Чарльз побывал за зеленой чертой. Наследник британского престола воспользовался визитом в Израиль для участия в прощании с бывшим израильским лидером Шимоном Пересом, чтобы посетить могилу своей бабушки, принцессы Алисы Баттенбергской. Посещение держалось в тайне, поскольку принцесса Алиса, получившая от Израиля звание праведницы народов мира, была похоронена на Масличной горе, расположенной за так называемой зеленой чертой. Алиса Баттенберг, принцесса греческая и датская, была примечательной личностью. Она сыграла особую историческую роль. Во время Второй мировой войны принцесса дала приют еврейской семье в Афинах, спасая их от Холокоста. Кладбище, на котором находится усыпальница, относится к православной церкви Марии Магдалены. О приезде монаршей особы рассказал диакон Петр Маркевич. К слову, посещение стало первым официальным визитом представителей правящей королевской династии в Израиль с момента создания государства в 1948 году.